Металлические предметы, которые находятся вне помещения, можно эффективно защитить от воздействия атмосферных осадков, используя краску Хамирайт с новой уникальной технологией DualTech. Посмотрите, как просто это сделать. Краску можно наносить прямо на ржавчину, при этом нет необходимости в предварительном грунтовании. На подготовку к окраске вам придется потратить минимум времени. Удалите с помощью металлической щетки рыхлую ржавчину и отслаивающуюся старую краску. Затем очистите поверхность с помощью растворителя и очистителя Хамирайт. Дайте поверхности просохнуть. Ворсинки, выпадающие из кисти, вы можете удалить, потерев кисть о чистую наждачную бумагу. В этом случае они не попадут в краску и на окрашиваемую поверхность. Перед использованием тщательно перемешайте краску. Для равномерного нанесения используйте высококачественную кисть натуральной щетиной. Начинайте окрашивание с углов и ребер поверхности. Краску Хамирайт можно наносить непосредственно на ржавчину. Небольшие пятна ржавчины можно просто закрасить, и в будущем они будут надежно защищены от возникновения коррозии. Краску необходимо наносить ровными тонкими слоями. Старайтесь не допускать потеков. Краска для металлических поверхностей Хамирайт быстро высыхает. Следующий слой краски может быть нанесен приблизительно через 4 часа после предыдущего. После окончания работы очистите вашу кисть при помощи растворителя Хамирайт. Давайте повторим основные этапы окрашивания. Шаг первый. Очистите поверхность. Шаг второй. Нанесите первый слой краски Хамирайт. Шаг третий. Нанесите следующий слой краски через 4 часа после предыдущего. Технология DualTech с добавлением воска обеспечивает двойную усиленную защиту металла от воды и коррозии. Краска Хамирайт выпускается трех видов – молотковая, гладкая глянцевая, гладкая полуматовая – и имеет широкую палитру цветов. В течение длительного времени Хамирайт будет надежно защищать ваши заборы, ворота, садовую мебель, двери и велосипеды. Преимущества – тотальная защита поверхности до 8 лет, предотвращение появления ржавчины, формула 3 в 1 и технология DualTech.